Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в Армянске. Покажу вам, что у нас тут снова изменилось. Вот видите, скверик. Его отремонтировали, реконструкцию провели, поставили фонтанчик посерединке лавочки. Это возле рыночка. А вот это вот та улица, которую я ранее показывала, возле третьей школы. И от нее вот тротуар теперь тоже отремонтированный. Идет сплошным участком вплоть до трассы, от трассы там далее отремонтировано до почты, и вокруг сквера, вокруг сквера космос. Просто вот радостно смотреть все эти изменения, насколько все все-таки качественно делается, со всеми линевками, прилегающими территориями, как видите, вот, и заездами, съездами для колясок. Подъезды идут вот к садику, видите, не просто так вот дорогу сделали тупо по бокам, пускай все дальше будет, а именно с всеми прилегающими территориями. Вот видите, и под мусор, и все вот везде сделано, везде есть бордюрчики, везде есть тротуарчики, дорога и тротуар идет рядом сделаны. Также вон возле 16 дома прилегающая территория. Там ранее были, ну, просто ухабы и ямы сплошные. Сейчас ровненькая дорожка. Практически вот так вот преображается сейчас весь город. Постепенно, постепенно, причем не маленькими кусочками, а прям большими участками, улицами целыми, вот ремонтируются дороги. Видите, как все красиво и аккуратно. Далее вот вокруг вот этой вот бойлерной идет, и возле двухэтажного здания также все сделано. Там тоже были невозможные ямы, не то что там пройти, там не проехать, не пройти, не проехать было спокойно, потому что просто были ямы. Дорога была убитая просто. Еще мне сказали новость, что в Армянске начали фасады домов ремонтировать. Интересно посмотреть. Это начали в старом микрорайоне уже делать. Как-нибудь специально съезжу, покажу, как все это происходит. Уже знаю, что отремонтированы детские сады. Построен новый модульный садик. То есть какой участок города не возьми, везде что-то делается, что-то новое, и как бы вот приятно смотреть, что преображается город. Смотрите, все-все-все, вот дорога от дороги, дорога дорогу цепляет, там какой-то участок, и везде-везде все отремонтировано. То есть ни кусочка пропущенного, все учтено. Также на старом микрорайоне, когда меняли трубы, делали подъезды во дворы к прилегающим территориям, там полностью сначала меняли трубы, потом уложили асфальт, то есть продумывают. Вот это наша почта, видите, вот сколько мы идем, это вот все участки, все сделаны, это вся новая дорога, полностью новое покрытие идет. Мы уже подходим к скверу. Уже все, покрытие новое. К скверу идем и видим, что тут тротуарная плиточка у нас начинается. Сейчас посмотрим, что тут нового. Здесь вообще, конечно, видите, елки большие, красивые выросли. А дорожки были старенькие. Плиточка старая была, старые дорожки такие неудобные, искореженные. А сейчас мы видим, что тут вся плиточка новенькая. Сейчас поменяли плитку, поставили урны, поставили новые скамейки. Это наш самолет.
легендарный. Очень уже много лет стоит на этом месте он. Один из символов нашей победы. Разнообразные елочки высокие, когда-то они были маленькие, когда я была маленькая, сейчас они вот такие вот уже большие. Вот там вот ДК старые, которые сейчас тоже пытаются отремонтировать. Зеленхоз наш работает. Стараются везде высаживать цветочки. Обрезка проводится. Вот эта стела, посвященная жителям Армянска, которые погибли в Великую Отечественную войну. Погибшие на своей родной земле. Фамилии. Так вот выглядит наш город. В той части, что мы сегодня прошли. Уютный, красивый наш городок Армянск. Туя цветет. Пока, до встречи!